Автомобильный завод «Урал» на выставке «Комплексная безопасность» представляет две модели, это два шасси и настройки на них. Первое шасси – это «Урал Next» однорядной кабиной, и второе шасси – это «Урал Next» двухрядной кабиной. На этих шасси наши партнеры установили навески, показав тем самым, какие возможности можно реализовать, применяя базовое шасси в виде «Урал». Сегодня «Урал» уже представляет из себя новую компанию, новый продукт. У нас произошло много изменений. На сегодняшний день мы достаточно активно смотрим в будущее, понимаем, что мы будем продавать сегодня, завтра, через 5 лет. Мы активно поставляем технику для силовых структур, для Министерства обороны. На базе шасси «Урал» достаточно много специальной техники работает, в том числе МЧС, и поэтому мы на этой выставке в том числе присутствуем. За моей спиной один из новых уникальных образцов, созданный нашим партнером компания «Приоритет». Это пожарно-спасательный автомобиль, аналогов которого на сегодняшний момент на шасси «Урал» нету. Мы гордимся этой машиной, это наше совместное производство. Также на сегодняшний день у нас появляются продукты, которые в состоянии конкурировать не только с подобными отечественными марками, но и с европейскими производителями. Поэтому участие наше автомобильного завода «Урал» на этой выставке, оно закономерно. Мы рассчитываем, что конечный потребитель в лице Министерства, МЧС, силовых структур ближе может познакомиться с новым продуктом, увидеть эргономику новой кабины «Урала Next», увидеть возможности. Для Министерства обороны мы участвуем в аукционах. Ежегодно нам удается выигрывать определенные объемы техники. Мы поставляем как специальную технику, так и технику общего назначения для Министерства обороны. Также у нас есть, мы поставляем технику Росгвардии во внутренние войска. Поэтому количество клиентов в Российской Федерации настолько увеличивается. А для силовых структур это основные наши потребители, которым мы испокон веков постоянно поставляли технику. Комплексная безопасность – это одна из тех выставок, которая позволяет нам, прежде всего, как производителям техники, увидеть все достоинства и в том числе увидеть какую-то конструктивную критику относительно нашего продукта, которую мы, безусловно, воспринимаем и проводим глубочайшую работу над ошибками. На сегодняшний день продукцию, которую мы представляем, имеет только положительные отзывы как в регионах, так и на этой выставке. И все, ну, они просто приятно удивляются, когда видят новый облик «Урала» на сегодняшний день и понимают, что «Урал» – это не старая заскорузлая компания, а это инновационное передовое предприятие, которое способно и производит на сегодняшний день новый продукт.